Весна в Иванове настолько сурова, что вместе с первым снегом растаял и асфальт. Впрочем, происходит это каждый год. С первыми грачами чиновникам прилетают сотни жалоб на ямы и выбоины в разных частях города. В четверг с инспекционной поездкой на дороге областного центра выехал Михаил Мень. За примером разбитой дороги далеко идти не пришлось. Губернатор остановился на улице Постышева. Ямы и лужи здесь одна другой больше. Уже потом на совещании глава администрации пояснил, что Постышева в планах на ремонт есть. Особое внимание в этом дорожном сезоне будет уделено транзитным направлениям. Отремонтируют Первую Болинскую, Суздальскую, Парижскую коммуны, в результате чего через Павловский овраг и Большую Воробьевскую можно будет выехать на станкостроителей, минуя центральную часть города. Будет транзитно отремонтирована дорога. Это улица Рыбинская, Коротова, Шмидта, Герасима Фегина, 10-й проезд, 1-я, 2-я лагерная, улица Маршала Жаронка и Родниковское шоссе. Это позволит нам сделать объезд со стороны Кинешмы и на Кострому. Последние исследования показали, интенсивность движения в Иванове превышает допустимые нормы в 7 раз. Сейчас полным ходом идет строительство улицы Генерала Хлебникова на участке от улицы Кудряшова до улицы Шубиных. Работают даже с опережением графика. Сдать объект планируют к сентябрю. Это еще одна попытка разгрузить центр от пробок. Позволит разгрузить транспортную развязку в районе автовокзала. То есть весь транспорт, который идет из города в направлении Кохмы и Шуи, будет уходить налево в районе Востока и выходить на улицу Куконковых. Еще одной темой рейда и последующего совещания стало отсутствие разметки на дорогах. На центральных улицах областного центра после весны ее не осталось вообще. Городские чиновники сетуют на интенсивное движение и специальные пылесосы, которые чистят дороги. Пылесосы все и издувают эту разметку, похоже. Интенсивность всасывают в себя эту вашу разметку, да, поэтому, конечно, переходите на пластик. Будем приходить, да, в этом году пластиковую разметку обещают на улице Лежневской. И не только. А что касается пылесосов, то город купит 2 специальные машины, которые чистят тротуары. На пешеходные дорожки деньги в этом году тоже выделены. 24 миллиона рублей зарасходуют на ремонт тротуаров. Однако пока дороги все-таки первостепенная задача. Сейчас сезон ямочного ремонта литым асфальтом. Нужно донести до наших людей, чтобы у них не было оснований полагать то, что это выброшенные на ветер деньги. Это именно такие ремонтные работы, которые можно в этот период проводить, но они являются временными мерами. Капитальный ремонт. Ремонт дорожными картами начнется чуть позднее. Тем не менее, губернатор рекомендовал чиновникам привести основную часть дорог в порядок к началу лета. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.